В детском саду «Золушка» на протяжении уже многих лет работает консультативный пункт «Аистенок». Создан он по инициативе управления образования. Занятия направлены на раннее развитие ребенка от рождения до года. Занятия в «Аистенке» проходят раз в 3 месяца. Немного, но увеличить количество встреч нет возможности. Однако хочется заметить, что и эти занятия помогают родителям улучшить качество воспитания своих малышей. Родители, конечно, сейчас молодые, многие не знают, ну, каких-то проблем воспитания есть, проблемы, именно ранний возраст. Поэтому мы стараемся в раннем возрасте им дать квалифицированную медико-психологическую помощь, для того, чтобы они могли уже как-то развивать дальше своего ребенка. У нас как бы в музыкальном зале проходит, и вы это прекрасно видите, да, тут мы зал, конечно, оформляем, чтобы детям было удобно, также родителям. Здесь дети не только общаются, но и родители, что это... Даже радует, что они между собой разговаривают о каких-то своих проблемах, там общаются друг с другом. На всех занятиях с молодыми мамами работали специалисты управления образования, психологи, педагоги, логопеды. Тема заключительного занятия – подготовка малыша к детскому саду, периоды адаптации, возрастные особенности, сложности периода. Родители видят, как ребенок в обществе может себя вести, да? Кто-то может плакать, допустим. Ну вот я смотрю, ребятишки, в принципе, все общительные. У меня, допустим, младший сын из садика уходить не хотел. Есть дети, которые, наоборот, туда не приведешь. А здесь как-то сразу видно на фоне всех детей. Дети сейчас намного общительнее, конечно, стали. Мне кажется, единственное, что надо это почаще делать. Раз в 3 месяца это мало, это бы организовать, чтобы было, ну, хотя бы раз в неделю, чтобы дети легче адаптировались ко всему и друг друга узнавали. Во-первых, пойдут все равно в группу, они уже друг друга будут знать, не будут стесняться. Это и адаптация, да, такая ранее, что детки друг с другом контактируют. Во-первых, лишним никогда не бывает выйти, как говорится, лишний раз прийти даже нам, мамочкам, сидящим в декрете, что не всегда погода позволяет выйти погулять, а тут как бы можно провести время, узнать много полезной информации, вот как и от логопеда, от психолога. То есть довольно полезная информация, вот мы уже 2-й раз, нам нравится здесь. Последнее занятие в учебном году проводится в качестве выпускного. На этой встрече молодые мамы получают не только новую информацию по воспитанию ребенка. Родители награждаются благодарственными письмами за активность, а малышам вручают сертификат и небольшие подарки. В этом учебном году консультативный пункт «Аистенок» посетили 32 малыша. И специалисты ждут следующих аистят уже в сентябре этого года.